Это все бесполезная трата уже не усилий и не трата уже, а отдача последних долгов. Я как будто бы умираю с моей Россией и никак не смирюсь, слишком видимо без толков, чтобы так вот легко все отдать этой погони сраной, расчленяющей тело ее, словно тело мое. Странно это весьма, впрочем, сам я не менее странный, и не мне уж пенять на разлившееся гнилье, будто канализацию вывернуло наизнанку, и в дерьме утопает прогнивший вонючий мирок. И взирая на все это, надо еще осанку соблюсти, других еще уйму морок. Для чего, за каким? Все равно ведь все катится к черту. Все давно за чертой, за которой нет места теплу. Не ебите вот только мозги звездочету и волхву, пока он грустно смотрит на вашу толпу, пока он терпит вас, безразличных ублюдков эпохи, а не перетирает истерикой в порошок. Боги, это не важно, хоть бляди, хоть боги, я себе и царек, и бледенок, и главный божок. Пока он терпит вас, безразличных ублюдков эпохи, а не перетирает истерикой в порошок. Боги, это не важно, хоть бляди, хоть боги, я себе и царек, и бледенок, и главный божок. Я себе и царек, и бледенок, и главный божок.